апреля 2020 года. Едем в штаб Добра, везем поэтический десант, дорогие друзья. И вчера Надежда Солнцева спела песню на английском языке. Я спрашиваю, а понравилось ли тебе, Ярослав? Я говорю, мелодия да, а смысла вот я до конца не понимаю. Не говорю по-английски. И вот сейчас мы едем, я говорю, спой, пожалуйста. И что-то подзависло на эти уши. Я говорю, что ты делаешь? Она говорит, я для тебя пишу авторский перевод моей англоязычной песни. Все, вот Надежда Солнцева поет. Если вернусь один из ста, поверь, любовь моя чиста. Я не забыл твои уста сквозь все года. Я не забыл твои глаза синее, чем мае небеса. Я верю, встретимся с тобой в июне вновь. Меня увидишь вдалеке и застучат наши сердца. С тобой теперь я до конца. Ты все поймешь. Обнимешь, стоя на холме, как ветер боли ты во мне, как солнце в небе ты во сне. Я не забыл, я так мечтал прильнуть к устам. Если вернусь один из ста, поверь, любовь моя чиста. Я не забыл твои уста за все года. Такой вот получился час 20-х, 30-х, 50-х. И все, а дальше? А что все? Ну да, по смыслу как бы я как могла. Но все равно... Но песня же дальше продолжается. На английском дальше. Ну, а дальше ты... Не, хорошо, а вот образ будущего, какой вот образ будущего? Образ будущего. Светел и прекрасен образ будущего. Я верю, что я по праву планетянки имею право ходить где хочу и когда хочу. И вообще жизнь моя собственная. Да. И мне только решать, как жить. Так, с добрым утром, страна. Дальний Восток идет к завершению дня. Ну, а у нас сейчас съемка на Первом канале. Приезжает в штаб Добра, чтобы заснять о проекте, в том числе «Глобальная волна». А литературно-музыкальное подполье едет на разведку в штаб Добра и предлагается сделать там дистанционный поэтическо-музыкальный марафон. Пока стоп снято.